поездки по Украине теперь только с разрешения военкомата. В соответствии со статьей 37 Закона Украины о военной обязанности, а также военной службе, в военное время выезд военнообязанных за территорию их места проживания возможен только с разрешения руководителя соответствующего военкомата. На самом деле, друзья, данное правило, оно еще действует с начала военного положения в Украине. Просто сейчас, в связи с необходимостью мобилизации большего количества военнообязанных, решили начать контролировать данную норму. И теперь выезд даже по Украине будет возможен только с получением разрешения. За нарушение указанных правил возможно привлечение к административной ответственности по части 2 статьи 210 Кодекса Украины про административные правонарушения в виде штрафа от 850 до 1700 гривен. Друзья, а если вам нужна консультация адвоката по вопросам военного положения или по другим делам, вы всегда можете ко мне обратиться.